Добрый день, уважаемые зрители YouTube канала Планета Дзюдо. Я Роман Карасев. И сегодня мы продолжаем видеосъемки и тренировку с борцовским чучело. И я пригласил в гости, точнее мы сегодня потренировались, Махир Гасанов. Всем привет. И сегодня он вам покажет интересные приемы, которые можно будет делать в тренировочном процессе. Да, с чучелом. Да, с борцовским чучелом. Не событие, может быть. Когда партнер устал, берем человека, который не устал. Да. Мы уже, кажется, об этом говорили, да? То чучело, оно никогда не скажет вам «Стоп!» Оно будет все время говорить «Бросай меня!» Чучело, которое никогда не говорит «Не могу», «Не хочу», «Хватит», «Стоп!» Покажу вам переднюю подножку с чучелом, как правильно держать двух. Захват рукав. Ворот. Мы делаем шаг. Второй шаг уводим в сторону. Еще раз. Работа рук такая же, как с партнером. Рука сначала левая. Одновременно утягивают и ноги. Это у нас захват с классики. Теперь захват, когда берем односторонний захват. Вот. Чучело берем односторонний захват. Рукав. Работа ног абсолютно такая же. Подтягиваем. Сбрасываем. Еще раз. Захват. Захват. Подшагиваем. Бросай. И вариант, когда мы делаем рукав, когда мы держим рукав, вот один рукав, но захват не держим ни классику, ни односторонний, ни сверху. Мы держим рукав, мы делаем вход, а я правой рукой делаем в руку упор. Раз. Еще раз. И давайте мы еще маленькое дополнение. Сейчас еще Махир покажет варианты этого же приема, но вот так, фронтально, да? Схватки? Да. Также еще раз напомним, что три варианта сейчас делается приема, да? Это с классического захвата, с одностороннего и с упором в руку. И ноги, главное ноги, чтобы правильные ноги перемещались. Раз. Односторонний захват. Вот, односторонний, это вот. Бросок в руку. Захват. Все три движения. Итак, это был прием Тая Тоши, передняя подножка. Рекомендуется и влево, и вправо делать. Влево, вправо, да. А для чего мы делаем влево и вправо? Чтобы и левый, и правый бицепс были первыми. Одинаковые. Да. С вами был Гасанов Махир. Увидимся. И сейчас посмотрим, как делает наше чучело самостраховку на спину. Раз, два, три. Бум. Есть.